У Иоанна Сида целая эскадрилья на ранчо. Говорю тебе, он убьет нас всех. Или заставит молить о смерти. Его надо остановить. Такое? Стрелять чужаков, не раздумывая. Любая добыча поможет нам выжить после коллапса. Аминь. Мы начали. Да, вот эта музыка. Я могу здесь подготовку к жизни во время коллапса. Отец говорит, что эта земля 9 лет будет бесплодной. И лишь потом Господь подготовит почву, на которой возникнут новые эссенции. Готов, помогший зрение, она все просвет. И как бы каждая область дает. Если что-то не отпадет добровольно, мы приедем.
на радость твоему сопротивлению. Если бы стены могли говорить, точнее, кричать. Так бы целый день и играл. В общем, знай, рано или поздно я верну его. И тогда я повешу твою кожу над камином в качестве трофея. Ты просто... Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. Тебе надо скрыться, так что лети на север. Верни мою птичку, иначе нам не выкарабкаться из этого дерьма. Только проведем пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сверни налево к полям и пролети над самой рекой. Вот так получилось. Держи ровно. Теперь ложись на левое крыло. Только аккуратно. Иногда заедает. Ну вот, если бы что-то было не так, ты бы уже сделала бочку. Видимо, кто-то в сетке так и шарит в самолетах. Держись ниже! Ё-моё! Это ж надо вломиться на ранчо Руана и свалить, как ни в чем не бывало! Так им! Они в шоке, небось! Ох, хотел бы я сейчас посмотреть на их лица, тупые дымщики! Они всегда так поступают. Приходят к тебе домой, забирают, что хотят. Со мной было так же. Знаешь, зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не подводил. Не знаю, что бы мы делали без самолета. Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо. Не каждый сможет защитить свой дом. Если честно, насчет себя я не уверен. Не знаю, есть ли у тебя страхи, но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился. Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так. Разве я не прав? Я в бешенстве, что должен бросить землю, на которой трудились мои предки. Каждый дюйм дался им потом и кровью, а я возьму и подарю это какому-то придурку с гулькой на башке и его родичам! Чёрта с два! Раи так просто не сдаются! Зададим им жару, дружище! Ты уже над полем? Вали по всем святошам, которых увидишь! Увидишь бензовозы с блажью? Взрывай их нахрен! Подручные Иосифа отравляют нашу воду. Проверь резервуары, всякие такие местечки, и прогони их оттуда. Да ты у нас теперь прямо ас! Почти как Клатч Никсон. О да, крутой был мужик.
эдемщики тоже не будут сидеть сложа руки. Если мы наносим удар, то они делают то же самое. Иоанн сделает все, чтобы остановить тебя. Отправит вертолеты, вооруженные конвои, блин, может, даже мирных. Это элитные солдаты секты. Они опасны. Смотри в оба. Помощник, послушай. У нас беда. Эдемщики выехали на Богословие. Так они называют свое чудище. Это ж сраный танк. Они хотят вернуть контроль над дорогами. Наш патруль попадет под этот каток. Им нужна помощь. Поторопись. К северу от аэродрома. Избавься от них, пока они на земле. Поворачивай аккуратненько, и до аэродрома будет рукой подать. Увидимся. Говорят, садиться сложнее всего, но я сейчас все объясню. Чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Мягкая посадка. Двигайся ко мне, я тебе махну. Боже мой! Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось! Получилось, спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Сраные дымчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже три поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, приду! Боже, это женщина! Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ким! Не выходи, пока я не вернусь! Ты неплохо разогрела пушки, но я раскалю их до бела. Ким дома? Позаботься о ней, подруга!
студенческий подпляшу. Ладно, думаю, все кончено. Я сажусь. Может, подсобишь нам с сумками? Тоже, Ким, погнали. Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким! Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч и Санденс. Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. Я за штурвалом!